Привет, это Реборн. Продолжаем делать реакцию на анимацию. Сегодня у нас на очереди Ландау. Я не буду называть их второй канал, потому что мало ли что, Twitch следит за всем. Так вот, анимация у них называется «Лишний вес». Очень злободневная тема, особенно для меня. Надеюсь, будет весело. Давайте посмотрим, погнали. Всем привет! Здорово! Сейчас я вам расскажу такую историю! Скорее всего, не ты расскажешь. Настало время мне рассказывать вам истории. Давай. В детстве я была необычной девочкой. Необычный? У тебя было 5 рук или как? А, крупногабаритный. А, как бы, а чё необычного в том, что ты была крупногабаритной? Ну окей. Конечно, можно было бы спихнуть вину на широкую кость или гены. Ага, крокодилы. Виновные. Нормально. Но на самом деле виноват мой рот. Вы согласен. Свободны. Полностью поддерживаю, у меня такая же проблема. Рот и лень. Заводите. Волки позорные, идите нахуй. Дайте найду, дайте сломаю, дайте ебало побью. Да, наверное, лучше закрыть этого молодого человека, а то у меня уже уши завяли. Хотя, кто это говорит вообще? С детства я любила поесть. Нифига себе, ты что, Луфи, что ли? А что Суску выплюнул? Надо было сначала ее съесть, а потом уже приниматься за... Лучше он брокколи покушай, мне кажется, будет более полезно. А там, смотрите, там какая-то херня в виде этого. Ну вы поняли, да? Папа вообще меня откармливал, потому что считал, что... Здоровый ребенок должен быть упитанным. Нет. Правильно, правильно! А то что, нам одни жирными, что ли, быть? А может, хватит ее кормить? Забавно. А то она с такими темпами в свинью превратится! Надо было сказать, Сталит, как ты? Не превратится! Превратится! Уже, да? Нет! Да! Уже! Нет. Да! Нет! Да! Нет! Вот это ворот! Это, походу, Хагрид приходил и вместо хвоста сделал пятачок. Естественно... Фейспалмы меня всегда веселят. На мой лишний вес приносил небольшие проблемы. Например? Одна из таких проблем была физкультура в школе. Это ни хрена не проблема. Проблема это когда здоровье падает. А когда физкультура в школе, это наоборот не проблема. Тебе наоборот физкультура делает приятно. Типа качает, убирает вес. Это зашибись наоборот. Хляпай ресницами, взлетай. Не ресницами, а жрицами. Помыться не забывай. Нормально. Так, 5 метров есть. Осталось еще 245. А, что так мало? Конечно. Как и со всеми полными детьми, так. Со мной происходило много курьезных случаев. Да, но самый обидный произошел в санатории. Ой, в санатории, по-моему, наоборот, никаких случаев не должно происходить. В школе вот дохрена всяких индивидуумов, которые любят постебать. Я жирный! Поезд пассажирный, а не иди сюда. Ну, типа того, да? Так. А девушка, а чего вы сидите? Беременным же без очереди. Чё? Чё? У меня 10 какой-то беременный. Ну, вообще-то мне 13. Ну ладно, 13. Ой, да? Сейчас много молодых мамочек, и как бы и в 13 рожают. Я же не осуждаю. Неловко вышло. Спасибо за просмотр. А, блин, чуваки, короче, это весело, да, я согласен. Вот, ну-ка, что скажете? Как вы поняли из этого видео, лишний вес это не круто. А вообще согласен. У нас еще полным-полно истории жизни. Только лишний вес не из-за этого не круто, а вот как раз-таки из-за того, что здоровье подпорчивается, да? Из них. Ну-ка. Если хочешь их услышать, то поддержи это видео. Давай лайк я тебе поставлю, точнее вам. Но хочу вас попросить, друзья, видосы, пожалуйста, делайте подлиннее. Ну, очень мало. Я не успеваю это, раскочегариться, так сказать, и все, конец. Давайте хотя бы минуты на 4, я не знаю, ну, 1,5 минуты добейте. Выпускайте там пореже. Там раз в 2 недели, у вас сейчас раз в неделю, походу, получается. Лучше побольше, но пореже. Так что, хороший видос, мне понравился. А если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под роликом. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.